Что нам стоит дом построить? Разумеется, в этом деле есть свои тонкости. В Люберецком районе идет плановая проверка соблюдения строительного законодательства. На этот раз инспекционная комиссия осмотрела садовые товарищества «Ручеек» и «Родник». По итогам проверки инспекционной комиссии нарушений строительного законодательства в СНТ «Ручеек» и «Родник» оказалось немного. Несколько случаев несоблюдения границ участков и в основном превышение этажности. Должно быть построено не жилое здание, а именно садовый домик этажностью не более 2 этажей, считая мансарду. То есть это должно быть 2 уровня. Мы вот, например, имеем здесь 3 уровня и более, включая цокольные этажи, либо мансардные. Возможность возводить многоэтажки дачники получили благодаря дачной амнистии. Этот закон установил упрощенный порядок для приватизации земельных участков. Теперь хозяева могут распоряжаться своей собственностью, как захотят. А уж с нарушениями или нет, это наша задача. Выявлять такие случаи и что-то рекомендовать людям. Следующим шагом инспекция найдет владельцев земельных участков, на которых выявлены нарушения, проверит характеристики и документы и примет меры. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.